Всем привет, дорогие друзья, с вами Марс. Мы продолжаем проходить Ведьмака. Можно даже сказать, мы заканчиваем проходить Ведьмака. Так, я собрал последний мутаген. Насколько я понимаю, больше я не смогу найти мутагена. И он дает один золотой талант. Это замечательно. Плюс с Еведа выпала хорошая штучка. Эликсир, который дает сопротивление всему там, ослеплению, оглушению и прочему говну. Так, точный удар 25. Пожалуй, не буду стачивать это все счастье. А, повреждение, отражение удара здоровье, сопротивление кровотечений и нокауту. Сопротивление... Интеллект. Ну, интеллект в пизду. А что бы он давал? Базовая мощь знаков. До свидания. Такс. Да, пожалуй, вот это. Сила, пятый уровень. Сопротивление ранам, здоровье плюс 20% дальше. Да, хорошо. Здоровье восстановлено. Сила прокачана, мечи нормальные. Насколько я знаю, есть еще какое-то топовое оружие, то есть меч, именно стальной, но... Ведьма. Лодка готова? Да. Го. Поехали. Храмовый квартал. Ну да, конец. Ох, какая же битва нас ждет впереди, хер его знает. А я могу поставить буквально все деньги на то, что битва будет хорошая. И финал будет хороший. Эпилог. Мутанты, блядь. Победа! Огромные потери, но купеческий квартал наш. Отлично. Что у Девета? Он мертв. Его зарубил ведьмак, поганый мясник. Ну и черт с ним. Пустили слухи, что Адда стала стрыгой? Да, но ведьмак нашел стрыгу. Геральт из Ривии. Только он может испортить... Надо увеличить хаос. Выпускайте еще мутантов, и эльфы пусть вступят в бой. Эльфы? Ты добазарился с эльфами? Как представитель дворянства... Хватит. Раздайте еду и скажите, что благочестивые люди укроются в замке Ордена Пылающей Розы. Адальберт, благодарю за службу. И сдох. Уведите. Новая эра грядет. Эра сверхлюдей. Меня не остановят. Ты теперь мой новый адъютант. Знаешь, что делать? Убить ведьмака. Иди. Адъютант. Красавчики прям. Короче, понятно. Прорываться будем с боем. Исторический момент. Приятно видеть тебя в живых, но меня ждут другие дела. Более важный, чем союз Тимерии и Редании? Не драматизируй. Скажи просто, что происходит? При Зигфриде? Мне казалось, орден у нас в немилости. Эти рыцари на нашей стороне. Если великий магистр нарушил свою клятву, это не значит, что все рыцари вдруг потеряли рассудок и совесть. Именно. Очередная хорошая новость для Фольтеста. Переговоры с Родовидом проходят благополучно. У нас будет сильный союзник. Повезло. Нас? Пока я в Изиме, я патриот Тимерии. Мы должны поговорить с королем, пока он преждевременно не осудил весь орден. Да! Тимерия победит! Мы должны спешить. Ну, куда? Так, хорошо, давайте посмотрим по заданиям. Ведьмачьи секреты. Вернулся в Каймурхен, магистр Пылающей Розы. Рассказать Фольтест. А, хуй вернуться теперь можно. Ладно, пошли вперед. Добро пожаловать, а, вот и Фольтест.
Король, нам нужно обсудить несколько вещей. Радовид. Конечно. Хватит колебаться, парень. Нам нужно потушить пожар в этом борделе. Ты получишь руку принцессы, если жизнь меня хоть чему-нибудь научила пол королевства, как только я отброшу копыта. Альдерсберга убьет ведьмак. Что? Расслабься, мы тебе заплатим, сколько захочешь. Я ведьмак, а не убей... Ладно. 10 000. Заебись. А ты не хватил малость лишку? Да ладно, Фольтест, королевство стоит много больше. Парень прав. А черт с ним. Все равно домой увезешь только 8 000. Сам знаешь, налог на прибыль. Договорились. Сука ты, король. Значит, мы все решили. Родовит, твои войска должны подавить орден в Редании и на севере моих земель. Моя армия выступит с миссией братской помощи. Мне нахрен не нужна никакая братская помощь. Эти слова вызывают плохие ассоциации. Ты должен раздавить рыцарей и отступить. Расслабься, Фольтест. Моим детям предстоит править этой страной. Я не собираюсь ее уничтожать. Хм, простите, ваше величество, но... Минуту, ведьмак. Я слушаю. Давай поговорим о политической ситуации. Давай. Только попробуй опять болтать про нейтралитет. Судя по твоей кампании, ты по уши увяз в этом дерьме. Желание короля для меня закон. Для обычного быдла на улицах орден схватился с моими войсками. Но не думай, это противостояние между мной и магистром. Этот наглый фанатик. Направлял все действия Саламандры, намеренно спровоцировал бунт. Ты о чем? Я думал, что вам будет интересно это знать, государь. Да уж, черт его дери, очень интересно. Тем более это он враг, понял? Понял. Не орден враг королевства, только его магистр. Это не обязательно. Верный королю орден под управлением кого-то разумного будет другом. Слышал меня, Зигфрид? Слышал и понял. Я сделаю все, чтобы спасти орден, сир. Я знал, что тебе можно доверять. После официальной инвеституры приглашаю тебя ко мне в замок. Нам надо будет многое обсудить. Великий магистр. Делите шкуру неубитого медведя. Бого, я бы. Альдерсберга еще жив и здравствует. Государь, еще одно дело. Да. Как себя чувствует Адда? Все лучше, чем когда была стрыгой. Она будет не в себе еще некоторое время. Ведьмак, как мне тебя отблагодарить? Еще 2000 сверху. Адда жива и здорова. Вы можете позаботиться о том, чтобы и друзья ведьмака пребывали в здравии, ваше величество. Ну это тоже подойдет. Да, это я тебе могу пообещать, ведьмак. Я хочу знать, кто за этим стоял. Девет проклял принцессу. Как так? По приказу Саламандр. Подонок. Если бы я мог его придушить. Он мертв. Те, кто отдали приказ, думали, что ваши позиции пошатнутся, если принцесса превратится в стрыгу. Девет был наказан по справедливости. Рад это слышать. А теперь иди. Пробиваться через горящую уязвимо будет нелегко. Размотаем. Люди считают ведьмаков истребителями чудовищ. И это правильно. Наибольшее удовлетворение приносит нам снятие проклятия. Меч — это последнее средство. Пока оставался шанс спасения принцессы, я должен был попробовать. Стоило. Да. Ну что, мы готовы? Лютик. И молвил отважный Фольтест. О, благородный Родовит! Что ты плетешь, Лютик? Я точно и скрупулезно записываю все, что происходит для потомков. Это ты точно, да? Он сказал, хватит дурака валять, парень, пора уже тушить пожар в этом борделе. У тебя напрочь отсутствует поэтический дар. Бля. Ты никогда не изменишься. Перо сильнее меча. Ты тоже не меняешься, опять бежишь спасать мир, хотя никто тебя об этом не просил. Так а что, пускай сгорит, хули там. Мне нужно закончить одно дело.
Ясно. Удачи. Пока, Лютик. Не подыхай. Так. Блин, новый уровень, черт. Мне бы где-то прокачаться. Повсюду идут бои. Да я в курсе. Боюсь, нам придется познакомиться с войсками великого магистра скорее, чем хотелось бы. Не знаю, смогу ли я поднять руку на рыцаря ордена. Думаю, у тебя не будет выбора. Они хотят убить этих людей. Ладно, я займусь этим петушком. Нормально его Зигфрид. А Зигфрид без щита даже дерется, ему норм. Сволочи. Геральт, я знал его. Еще месяц назад он был человеком и ниже меня ростом. Но зато ты лучше владеешь мечом. Сдается мне, мы еще не раз столкнемся с этими чудовищами на улицах Вазимы. Это проект старших братьев. Меня к нему не подпускали. Какое оскорбление человеческой природы. Мутанты. Ничего не подделаешь, Зигфрид. Такова их... судьба. Не, ну я ничего не могу тут сделать. Куда идти дальше-то? Приют. Входите, тут безопасно. Конечно. Окей. Дом. Надо бы еще проблему с Еевином решить. Приветствую, ведьмак. Привет. Приветствую. Я боюсь. Настал час презрения, как и было предсказано. О чем это вы? Слышали пророчество Итлины? Я о нем слышал, но не помню детали. Война с Нильфгаардом доказала его истинность. Ведь Итлина предсказывала, что кровь Айн-Ситхи, эльфов, пропитает землю. Люди решили, что настал век меча и топора. Век волчьей пурги. А дальше знаете? Вечного хлада. Не совсем. Тогда слушайте. Грядет час белого хлада и белого света. Час безумия и презрения. Тет Дериад. Час конца. Мир умрет на морозе. Хватит пессимизма. Офигенно. Знаете, о чем я думаю? Мне кажется, что все еще только начинается. Все впереди. Ну да. Это зависит от нас. Время разводить костры. Прощайте, белый волк. Да защитит вас великая Мелители. Удачи тебе, чё. Бабуля. Вивальди. Кармен. Убийца. Ты убил моего возлюбленного, о, Винсента. Хочешь, я тебя убью? Так. Какая наивность. Я думала, ты способен на большее, чем просто бессмысленное убийство. Столько о тебе слышала. Но... Не перебивай. Сплошная борьба, вся моя жизнь. Клевета, брань. Сперва этот негодяй Микула и его банда. Они тебя обидели? Конечно. Живот у меня стал расти, и тогда мой любящий папочка, жрец вечного огня, вышвырнул меня из дома. Что мне было делать? Стала шлюхой в Изиме, а теперь потеряла единственного человека, которого любила. Мне жаль, Кармен. Прости. Мне жаль, Кармен. Может быть, я и прощу тебе когда-нибудь, ведьмак. Но не сегодня. Ох, блин, да, я знаю, что это была ошибка, но... Да и черт бы с ним, Винсент Мейс. Мы должны спешить, ты прав. Да, блять, отвали, я не с тобой вообще хотел поговорить. Ведьмак! А ты что делаешь? Рад тебя видеть! Война идет тебе на пользу, Витала.
Мне больше не приходится прятаться на кладбище. Тут безопаснее. Я выхожу по ночам, ищу еду на улицах. Грех жаловаться. Но жильцы этого дома не возражают? Они меня боятся. Только соплячка приходит и болтает без конца. А мне пора. Прощай. Костер. Хорошо, что тут есть костер. Блять, на ласточку мне таки не хватит. Ну твою мать. Ну под чем мне теперь Рефордом белым мазаться, что ли? Все, просто нет у меня теперь ингредиентов. Заебись. Сопротивление. Что? Сопротивление ранам? Здоровье 20% плюс. Точный удар. Действует только в групповом стиле. Ну, я понимаю. Ну, сопротивление ядом более оглушению. Ну, блин, это как-то золотой талант туда всирать. Что-то как-то я не хочу. Так, с кем мне по-хорошему там придется биться-то? Ой, да с разным говном. Быстрый стиль на золото. Групповой стиль бы тоже на золото. Как же, блядь, все плохо. Давай серебро сюда. Я даже не знаю, блин. Урон, то есть атака плюс 40%. Сюда на групповой стиль. И сюда на групповой стиль. Блять. Не хочу, реально. Оплошать с этим моментом. Ну давайте качать серебро, потому что там много всякого говна будет. Магического, я имею в виду. Тут все прокачано. Точный удар. Точный удар. Почему бы и нет? Все, наверное. Я думаю, это финальная прокачка. Больше уровень я не смогу поднять. Даже если в пылу сражения я его подниму, то все просто. У меня не будет где прокачать. Не могу открыть дверь. Не могу открыть дверь без ключа. А почему? Зик. Ты прав. Война. Ясно. Подожди, а ключ мне где тогда взять? Васка. Белки и орд. Вы между молотом и нак... Снился мне сон, беловолосый. Не понял. Твое предназначение будет исполнено. Я здесь, чтобы сказать тебе. Не спутай звезды с их отражением в поверхности пруда. Угу. Я это запомню. Хорошо, Васка. Девочка. Я все знаю. Хивай. А нет, это не Хивай, это Вивальди. Процветаешь, краснолюд? Война может быть выгодой. Только налоги зверские король собирает, чтобы их чума взяла. Тогда почему ты сидишь здесь? Почему? Разве ты не видишь? Рыцари, солдаты из Коэтаэли бегают по улицам и режут всех, кто им попадется. И все они считают меня предателем. Представь себе! Понятно. А головы у них забиты пророчествами, предназначениями, странными знамениями и прочей чушью. Ясно. Нет. Извини, нам... Такс. Привет. Привет. Я боюсь. Прощай. Пока. Отшельник. С важным поручением для короля. Благородно.
Я тоже хотел предложить Фольтесту свои услуги в качестве советника в это смутное время. Я должен добраться до... Я многое узнал об одном феномене, который должен тебя заинтересовать. Дикая охота? Дикая охота. Да. Рассказывай. Расскажи мне. В народных верованиях предводитель дикой охоты воплощает смерть. Это он забирает человеческие души. Он считается инструментом предназначения. Херня. Предназначение... Дикая охота – символ войны и трагедии. И недавно ее видели неподалеку от Вузимы. Остерегайся. Хорошо. Мне пора. Прощай. Остерегаться дикой охоты тоже мне. Советчик, мать твою. Беженец. Приветствую. Нам нужно... Веруете в вечный огонь? А другой? Попробуйте дверь... Куда она ведет? В другие подвалы. Мы риск... Ключ здесь. Вот. Спасибо. Так, теперь пошли. Не могу открыть... Не могу открыть дверь без ключа. Ты же, блядь, охуел, что ли? Ключ здесь. Ключ где, блядь? Что за шутки вообще? Оставайтесь, если хотите. Снаружи только война и смерть. Мне нужно найти ключ от погреба. Говорят, он должен быть где-то в этом здании. Хорошо. Где-то в этом здании. Охуеешь теперь. Я не вижу, где он может быть. Девочка Вивальди, послушница. Это та же самая послушница, да? Прощай. Прощай. Васка говорил, девочка со мной разговаривать. Будешь? Владычица озера просила спросить, как тебе новый меч? Классный, суперский. Передай ей мои просто поцелуи во все места. Такс. Где мне, блядь, искать этот ёбаный? Ну вы поняли. Ага. Оставайтесь, если хотите. Ты не будешь со мной. Водные владыки, Васка. Смилуйтесь. Не, ну я уже всех общупал. Что за говно? Где мне ключ-то искать тебе? Ах, аллилуйя. Ой, хорошо, хорошо, хорошо. Прям пипец как хорошо. Но это говно мне не нужно, в принципе. Вот это я бы еще забрал. Тут один лишний. Спирт. Волчьи шкурки. Саламандровые значки. Бутылка с водой. Селитра. Ну вот, может теперь мне на ласточку хватит. Не, вообще ребеса нету, то есть. Вообще на Иву есть. А вот, там еще ж какой-то мне рецепт дали. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Блин, что-то я медлю, знаете, так. Не хочу расставаться с этим, с этой замечательной игрой. Но в любом случае пора. Пора двигаться. Ебать. Меч ордена. Подожди. Вставай, меч. Да. Крутой меч. Это не то, что мне нужно, но тоже сойдет. Ничего не знаю вообще. Вот когда я пришел, так и было.
Еевин. Посмотри мне в глаза. Ты видишь свою смерть. Я вижу слепого фанатика, который вот-вот погибнет. Молчи, предатель. Ты убивал слишком часто. Настал час возмездия. Еевин, ты своими дурацкими лозунгами можешь промывать мозги молодым эльфам. На меня это не производит впечатления. На тех безоружных, которых ты убил, тоже не произвело, не правда ли? Я ошибся в тебе. Не надо было с тобой разговаривать. Ты бешеная собака. Слепо кусаешь все, что движется. Кто-то должен покончить с тобой. Да? Ну, ты можешь попытаться. Но дело в том, дорогие мои замечательные эльфийские пидорасы. Всегда. Всегда умирают такие, как вы. Война не щадит тех, кто в сложное время решает воспользоваться моментом и пойти против установленного порядка. Еевин, мне жаль тебя. Ты ничтожество. Вторая ячейка для короткого оружия? Не серьезно? Вообще красота. Нет, давайте. Один этот. Ай, крас. Не, ну я типа вообще не пользуюсь этими ножами, но как бы прикольно. Раненый рыцарь. Да вижу я. Какой бой! Есть безопасный путь в монастырь. В канализации опасно. Возьмите мой ключ. Спасибо. Вы Риггер. Вы Риггер? Окей. Вход в канализацию где-то там. Что он хотел этим сказать? Вы Риггер? Гнездо Риггера? Кто такой Риггер? Ладно, пошли, мне-то в принципе насрать. Я что, парень не промах? Геральт, там действительно Риггер. Там не похуй. Надеюсь, у него не было времени дать потомство. Слухи ходят лишь об одном Риггере. А насколько мне известно, для потомства нужны как минимум двое. Риггеры — гермафродиты. Им не нужна мама Риггер, чтобы наплодить малышей Риггеров. Они и сами с этим справляются. Какая мерзость! Это противоестественно даже для чудовищ. В смысле? Мы должны их уничтожить. Ничего особенного, господи. Как растение. Но я думаю, стоит сохраниться, потому что... Может быть, а вдруг оно опасное, знаете? Опять мы в канализации с Зигфридом. Опять будем сражаться с опасной тварью. История повторяется. Что же такое Риггер? Блять, ты серьезно? Это оно? И меч у меня там какой-то другой, типа. Но это, наверное, как раз тот легендарный меч. Геральт, там... Я понял, понял. Да, блять. Дай пройти.
Опять оно где-то заханыжилось. Ну давай. Нормально дамагая там вливает. Ты сдохнешь или как? А я думал, что это последний монстр, который мне придется убить. А нет? Тебя можно бить уже. Ага, вон они щуплы-то. Да подойди ты уже. Жалко, не видно полоски его ХП. Я триггера. Ну, было неплохо. Монетки. Монетки. Там какое-то тело. А вот это здесь. А, нет, подожди, у него... Эфир. Вот, у него ребис есть. Блин, можно при помощи этого приготовить... Приготовить ласточку. Я надеюсь, получится. Но очень мало у меня всего. То есть одна всего лишь ласточка получится. Это все. Росомахи есть. Это что? Значительно увеличивает здоровье. Росомахи есть. Повышает регенерацию энергии. Ну, по энергиям мне, в принципе, не упало. Ну да ладно. Такс. Куда бы это нам пойти? Эта решетка откроется или как? Сомневаюсь. Сберто. Храмовый квартал. Бля, что за херня? Я знаю, что ты не веришь в богов, но прошу тебя помолиться, прежде чем ты выйдешь на бой с Яковом из Альдерсберга. Почему? Какой прок от молитвы при моем-то безверии? Вера и ее отсутствие – вещи разные. Вера может свернуть горы. Отсутствие веры не может ничего. Хорошо. Хорошо, я помолюсь. Да будет так. Вечный огонь! Медсестра, я не вижу Шани. Из воздуха, огня, войны. Значит, ее тут просто нет. Ну, правда ж? Вечный огонь!
Хорошо. Вечный огонь. Именно так. Сюда подошли, мать вашу. Вечный огонь. Блин. Дайте выйти, ну. Заперли меня тут в углу. Слышь, а может им как-то обычным оружием больше войдет? Ну, нормальный такой дэмэдж. То есть ему нормально, вот именно этим мутантом входит обычным мечом. Да, они значительно быстрее сливаются. Войти в обитель. Да в пизду их. Вперед. Курва, твою мать! Что, блядь? Приляг, Зигфрид. И снова меня ранили в ногу перед последней великой битвой. А, и я не могу понятно. Идти. Дерьмо! Оставайся здесь. Да не парься, солдаты Зигфрид. Фольтеста будут здесь с минуты на минуту. Я соберу рыцарей, что остались верны кодексу ордена. Фу, блять, придется сойти с ним в одиночку. Но я думаю, дорогие друзья, сойдусь я уже клинок к клинку, лицом к лицу с великим магистром уже в следующей серии. Простите, что так получилось, я бы хотел бы закончить уже в этой, но, к сожалению, мне нужно уже идти. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, до новых видео и всем пока!